Чебоксарах уделяют особое внимание питанию детей и подростков. Во сколько обойдется родителям хороший детский аппетит, об этом в сюжете. Товарищи, минутку внимания. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. В Чебоксарском детском саду номер 78 отмене завтрака бы не порадовались. На прошлой неделе наша съемочная группа убедилась, с аппетитом там все в порядке. Больше нравятся котлетки, они такие вкусные. Эти самые котлетки по нормам Санпина должны весить от 80 до 120 граммов. И в чебоксарских детских садах их вес близок к минимальному. На большие котлеты денег не хватает. Стоимость питания в садах не повышали с 2014 года. Например, стоимость мяса говядины с 2014 года увеличилась на 169%, творога на 211%. А в такой ситуации вынужденной мерой является применение минимального порога массы порции блюд. Чтобы порции стали больше, а меню разнообразней, суточную стоимость питания предполагается увеличить на 23 рубля 80 копеек, то есть довести до 115 рублей. В месяц получится чуть меньше 2500. Что касается школ, то там повышение стоимости завтраков и обедов будет зависеть от возраста учеников. Чем старше дети, тем больше нагрузка и, соответственно, порции и калорийность питания. Более 9000 детей пользуются льготами, выделяются средства из бюджета. Это семьи, это дети из малоимущих семей, это дети-сироты, дети с ограниченными возможностями. То есть тех, кому нужна помощь, мы ее будем предоставлять оказывать. Но должны понимать, что повышение стоимости неизбежно. Администрация города провела масштабный опрос среди более чем 33 тысяч родителей. Он показал, что они за полноценное и сбалансированное питание даже при изменении цены. Окончательное решение городские власти должны принять на этой неделе. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.